Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 5 февраля 2020 года. Наталья Борисовна Ковалева. Бронюкайтине. Бронюкайтине. Это дань уважения и преклонения одному из супругов, который много сделал для Натальи Борисовны. Сюжеты с Натальей Борисовной привлекли огромное внимание, даже раздался звонок из управделами президента. Не будем оглашать все подробности, но встреча состоялась, поддержка есть, это требуется на самом высоком уровне. Речь идет о снижении себестоимости и вновь открывающиеся обстоятельства, что новая научная парадигма позволяет эту себестоимость просто обрушить, ввергнуть в коллапс эту капиталистическую систему и поднять что? Уровень благосостояния россиян и всех граждан. Вот как мы это можем сделать? Послушаем о научном открытии. О вашем научном открытии. Радиопетля хорошо.